О некоторых проблемах губернатору говорят и лично. Например, представители Общероссийского народного фронта, с которыми глава региона встретился в правительстве области. Так Васильеву в очередной раз напомнили о проблеме с детскими садами. Активисты отметили, что родителям приходится стоять много часов в очереди, чтобы подать документы. Некоторые приходят к пункту выдачи путевок к 5 утра. На что губернатор сказал, что так, безусловно, быть не должно, и в правительстве готовы создать рабочую группу для решения этого вопроса. Кроме того, на встрече подчеркнули, что власти надеются на федеральную поддержку. Тогда можно будет создать 1400 дополнительных мест для детсадовцев, а в 2019 году открыть еще 400 мест в ясельных группах и 600 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ну и федеральная поддержка, и региональная поддержка тоже рассматривалась. То есть про Киров не было разговора, потому что тут не только нет средств, но и нет места для того, чтобы построить какой-то новый детский сад. То есть нужно все равно работать, скорее всего, в том плане, что забирать обратно, там, выкупать как-то те помещения, которые отдавались там кому-то под что-то. Только в этом случае мы можем хотя бы вот центр города хоть немножко разгрузить и дать какие-то места.